Всем привет, мои хорошие! Всем привет! Всем хорошего дня! Отличное настроение, здоровье! Все, чтобы у вас было хорошо. Показываю свою капусту, она еще у меня на поле. Вы уже солите, а у меня все растет. Все еще растет. Ну, тепло, что же ее сейчас рубить, когда тепло? Будет дома она тогда подгнивать, ее надо срочно убирать. Ветерок у нас северный, мороза нету, но холодно, холодно. Я тут была, занялась своими розами, но до ума их не довела. Был дождь, и я отставить. А сегодня вроде бы так вот тучи, но не знаю, посмотрю. И вот вышла я, время 9 утра у меня, я вышла убрать свою птицу. Открыть их, пусть они бегают. Вчера неплохо, сколько я, 6 яичек сняла от своих старушек. Несутся понемножку, несутся. Позавчера 2. Ну так вот, временами то ничего, то нет яиц. Ну что ж, покажу вам немножко, чем я тут заниматься буду за весь день. В общем, давайте, смотрите меня. Всем спасибо заранее. А я буду вам немножко показывать, что я тут делаю, чем занимаюсь. Дел полно. У нас, как говорится, и дома будут дела, и на улице дела еще. Зима не подступает, но медленно дает возможность поработать. Кто-то в поле, вот сын у меня в поле пашет, а я дома. Доделаю осенние дела, чтобы сидеть и уже голова не болела, что что-то не сделано у тебя. Ну, давайте, пойдемте, покажу вам. Капуста, видите, стоит, прекрасно себя чувствует. Я на днях ее тут полила даже немножко. Дождь был, можно сказать, так, он чуть-чуть. Малинка тоже в прекрасном состоянии. Ежевику хочу пригнуть немножко к низу. Эту вот, видите, я пригнула, а та еще у меня стоит. Сегодня я это сделаю. Вот, дружок мой, он там дурачится, прыгает на эту, на будку. Вчера предвязала ему цепь, чтобы он далеко не бегал, а то прям чуть не до середки доходит. Так, навела марафет здесь, уже нету -то такого пуха, все замела тут, я говорю, я не люблю, вон там, вон у калитки немножко пух, ну там пусть. Главное, что здесь вот у дробилки у меня чисто. И здесь везде чисто. Вчера вышла вечером. Ну что же, надо корм дробить. Дробила мешок корма. Вот он стоит у меня. Дробленочка готовая. Корми, пожалуйста. Этот остатки осталось. Сейчас вот погляжу, насыплю своим птицам. Тогда этот надо дробить. Пока не холодно, надо немножко сделать запас себе дробленки. Зерно бежит быстренько. Вот она. Уходит. Свое-то. Быстро бежит. Так что, если кто хочет заводить птиц, надо подумать, хватит ли вам средств их содержать. Очень все дорого. А тут своих петухов я также держу. Выпущу, побегу, Петя им налупит. И они приходят сюда. Вон они там сидят, 3 штуки у меня. Ну, тут тихо, тепло, пусть сидят. Еще морозов нет. Морозилка полная, некуда мясо девать. То рыба там, то всякая зелень, то мясца немного, поэтому все заложено. Надо подъесть, потом будем рубить петухов. А это вот мои птички. Выходим. Я вас открыла, давайте. О, за дверью там еще остались. Где же моя? Вот она моя эта, которую под дверь подкладываю. Ну, девчонки, что вы тут у меня? Все нормально? Нормально. Выходят. Выходят. Ну, вот там еще корм у них полно. Я им не буду замешивать ничего. Пусть доедают. Ты тут вот сыпнула тоже пшеницы. Голодно они у меня не ходят. И на ночь им насыпаю, наливаю воды, и на ночь насыпаю. И днем вот они весь день едят. А вот Петя сразу в огород ведет. Я тебе сейчас дам. Не води их туда. Жандарм. Ох, жандарм. Лупит всех. Ну, конечно, он же хозяин в доме. Мне что тут соперников иметь, да, Петя? Ох, и Петя. Прошлый год, он, говорю, он так бройлеров не обхаживал. Был маленький. А вот это молодка. Он ее так любит. Вот глянула за нее, топчется. Вот такая красотка. Занеслась уже.
Вот он возле нее. Вот, вот, вот такая красота-то у них, любовь. Ну, а там мужиков сбивает. Не нужны ни ему. Не нужны конкуренции. Куда татушь пошла? Ну, куда ты? Вот лезут ко мне в огород, а я не люблю. Так, бегом отсюда. Сейчас получишь. Где тебе? Ну, все. Открыла. Вода у них есть, корм есть. Пока ничего не дам. Пусть проедают. Пусть чай проедают. Так. А все-таки холодно. Вот сейчас вышла я в одной куртке. Там у меня короткая майка. Холодно. Ветерок дует. Гортензию вот сейчас хочу обрезать. Вот видите, как она опустила листья, вернее, сбросила с себя. Это уже готово. Все, она уже готова к зимовке. Сейчас эти метелки я срежу у нее. И она тоже будет так вот зимовать. Не буду я ничем ее подвязывать. Она крепкая, ветки у нее хорошие. Тут снега много не бывает на ней. Чтоб такие сугробы, чтоб поломали ее. Все прекрасно. Так что вот этим займусь. Ведра мои стоят, как солдаты на посту. Все в ряд. А Дед Мороз ждет Новый год. Уже повернулся он. Весь облез. Я украсила, он весь облез. Этому Деду Морозу, наверное, лет 50. Пластмассовый. Раньше такие продавали, может, кто помнит. У кого-то, может, где-то стоят. Все повлезло уже. Я украсила такую красивую, делала ему одежку, голубой был. Халат у него, борода белая, глаза красила. Все как положено. Ну, надо еще как-нибудь заняться этим делом. Навести ему красоту. Пусть стоит. Ой, холодно, холодно хожу, вот холодно. И вот эту сейчас гортензию обрежу. Пойду оденусь потеплей и займусь обрезкой гортензии. А потом мне надо будет сходить к соседке, и я у нее возьму укроп. У нее там такая лужайка хорошая. Вон туда пойду. Покажу вон тогда. Если она разрешит, я покажу. Вот. Шланг, наверное, тоже надо убирать. Сматывать. А помидоры мои вот стоят. Один коробок я уже выкинул. Что-то мы их не едим. Не едим. И вот они тут стоят. Выкинул курям. И куры особо-то не едят. И вот так вот они. Все уже. Мы наелись их. Помидор. Ящичек остался. И тот стоит на улице. Нечего дома делать. Гнить там. Ну вот. У нас тут соседи переезжают. Соседи к нам переезжают через дорожку. Там жили две бабушки. Ну, уже все, время пришло. Они, как говорится, ушли в мир иной. А сюда переезжает ее сын, тетя Валя, с женой. Ну, будут теперь молодые жить. То были бабушки, теперь помоложе, как я, ровесницы. Ну что ж, вот мои розы, которые я обкромсала. И осталось мне несколько штук. Несколько штук. Сейчас, говорю, пойду оденусь потеплее и, наверное, займусь этим делом. И надо будет уже выставлять дуги. Выставлю дуги, уже готовить к укрытию. Эту сторону я ничего не буду делать. Тут у меня будет на самовыживаемость. Может, какую-то и укрою, но не все. И клематис вот этот надо мне обрезать. Вот эту махину надо будет все снять. Так что еще дела есть. Как все сделаю, я вам тогда покажу. Перевозят мебель. Ну все. Пойду работать начинать.